Ну что, друзья, первая лента готова. Первый готов. Пошел. Едем во вторую. Она тут недалеко. Навигатор пишет всего 4 километра. Но 4 километра по пробке. Ну так, на отведенные нам 2 часа от одного магазина до другого, я думаю, уж 4 километра я за 2 часа доеду на первой передаче. Да, погодка опять у нас дождь пошел, и как нарочно, вот как раз сейчас выходил закрываться и начало вот таким крупными каплями дождем. Вот надо именно где грузовые заезжают, надо именно здесь заехать. Неужели другого въезда нет? Куда ждете? Мне тут тоже надо выезжать. Да. И каким образом тут выехать так быстро? Все несутся такими скоростями, а мне получается сразу во второй ряд надо, потому что прицеп сейчас пойдет по бордюру. Так, будем выезжать и будем смотреть, кто нас тут пропустит. А пропускать тут никто не хочет. Так, наконец-то девушка пропустила. И нам надо сразу в левый ряд. Потому что... Так, а что-то там написано. Налево-право, налево-направо грузовикам запрещено с 6 до 22. Ну, интересно, и каким образом мне тогда... тогда можно объехать, в принципе. Только я там не знаю, где. Навигатор рисует здесь. У нас поворот сейчас будет. Поедем мы кратчайшим путем. А уж там как получится. Тем более здесь я вижу, что... Так, а здесь поворот-то есть? Есть. 15 тонн. А у нас нет 15 тонн. У нас машина легкая. Да, тепло-то пришло, но ребят у местных поговорил с местными, они говорят, да, радоваться пока рано, потому что через 2 дня придет минус 20. Вот тебе и здравствуй, Опа, Новый год. Так, ну что, город ожил. Движение идет плотное, несмотря на то, что впереди праздник. Скорее всего, причина именно в этом. Все готовятся поздравлять свои вторые половинки. Да, а мне вот приходится колесить далеко от своей половинки. Ну что же делаешь? Такая работа. Да, лента-то хоть и рядом, но это хорошо, когда знакомой дорогой ты ездил. Навигатор-то он ведет. А тут у нас еще вдобавок
Так, здесь поворот, да. Здесь поворот, дождемся. Как раз там очередь рассосалась. Надо на всякий случай включить поворот, а то с правого ряд ток направо. Лишь бы кто прямо не поехал. Так, а здесь у нас что? А, жилой дом. Зелено. Ох, тут там цветов-то много, конечно. Рядом новый желтый дом. И еще один. Да, много новостроек в Красноярске. Поехали. Так, и 570 метров, и мы уйдем налево. Так что останемся так на этой полосе. Что тут осталось ехать? Поехали. Так, это у нас Комсомольский проспект. Так, 250 метров поворот. Как раз поворот со стрелкой. Да. Это наш поворот. Да, интересно. Дома построены так, что один не похож на другого. Ну, справа понятно, тут панельные такие еще дома. А слева тоже кирпич. Еще дальше у нас здание в виде бочки, в виде башни. Так, наша стрелка. Один заход в первый не получилось. Ладно, зайдем во второй. Надо хотя бы заодно сориентироваться. Где-то вот здесь за новостройками получается у нас магазин «Лента» расположен. Так, ну что, наш зеленый метров поворот направо. Да, что-то я не помню этого магазина. Вроде во многих был, а этот может быть недавно построенный. Новый квартал, смотрю. Так, 320 метров. Но точно где-то во дворах.
узкая улочка. И как мы здесь будем сейчас разъезжаться? Значит, она вон она где. Ай-яй, ну тут явно не для грузовиков повороты-то. Значит, надо как-то с другого края заезжать. Давай, давай, проходи. Еще бы узнать, с какой стороны заезд. Ну, давайте. Проезжайте. Потому что мне надо еще хвост занести. И сюда хвост занести. Да, в следующий раз уже этой дорогой точно не поедешь. Надо будет разведать. Выезжать я буду точно другой дорогой. Тогда буду в следующий раз знать, где заехать, потому что, может, правда, и выезд будет из другой стороны, не айс. Посмотрим. Так, здесь явно лента-то она вот рядом, но заезд, по-моему, вот вижу заезд. Фиг заедешь. Ехай, тут заезд какой. Тут, наверное, не то. Сейчас узнаем. Да, что-то мне подсказывает, что надо с другой стороны было заехать. Потому что тут уж больно узкие заезды. И не вижу я той разгрузочной зоны. Но сюда-то явно не заедем. Попробуем с той стороны. Эха. Ничего себе, там выезд какой. Вот это папандос. Ладно, будем искать. Капец. Здесь я не выйду, и тут я не выйду. Нет, выйду я здесь. Эх, ё-моё, у меня хвост там заденет сейчас. Я попал на ТВ. Да, друзья, вот так кручусь я вокруг и около магазина. Вроде бы кажется, что все понятно, а на самом деле ничего не понятно. Там заезда нет, тут заезда нет. И вот сейчас мне еще надо здесь пропустить, чтобы развернуться. Оказывается, заезд вот с этой стороны. Сейчас я вам покажу, какой заезд туда. Даже самому стало до боли интересно. Наделали везде вот этих бордюров мелких. Да, для легковой я согласен. Ничего там сложного нет. Вырулил, зарулил. А вот с прицепом, вот сейчас оказывается, вот с этой стороны подъезд. И здесь такой заезд узкий. Что, не знаю, прицеп-то затащу туда, нет ли?
Вот ведь как сделали подъезд. Вижу сторожку впереди. Кирпич это не для нас. Мы везем сюда товар. Сейчас бац скажут, опять не сюда. Ну а с другой стороны я уже проехал, там вообще нереально заехать с прицепом. Ну, грузовичок стоит. Все нормально, значит. Значит, здесь зона разгрузки. Так, пойду я отмечаться, друзья. Да, пришлось немножко фигурным катанием позаниматься. Ой, как я не люблю эти вещи, когда с прицепом таких пятаков крутить на перекрестке. Да, в каких условиях приходится работать. Сзади подперли. Здесь надо фургон объехать, он встал перед воротами. А там еще и трактор чистит территорию. И ворота с таким заездом, с боковым. Обычно как-то по прямой заходишь. Место навалом. А как вот тут сейчас мы с трактором будем разъезжаться? Подождем. Идет уборка снега с территории. Ну, какие сейчас ковши изобрели. Показывает мне. Сейчас, говорит, еще один разок. Ну что ж, подождем. Действительно, он там кучу нагреб. Я сейчас при желании туда через эту кучу же не полезу. А по-другому я здесь не заверну просто на 90 градусов за здание. Тут бачки мусорные. Ждем, пождем. Ну, наверное, последнюю лопату забирает. Опять навалил. Толкал бы ее прям до сюда. Снег-то жесткий. Сейчас. Нет. Рыхлый. Но все равно толкать бампером вот эту кучу. Я думаю, что сейчас он ее заберет. Вот он ее как раз задом хочет загребсти. Лучше бы оттуда забрал ее вместе с этим. Но ему виднее. Все, машет. Поехали. Таможня дала добро. Освободили нам заезд. Да, ну здесь тоже, конечно, во дворе-то можно развернуться. Так, третьи ворота. Красавчик. Ковш поднял. Приветствует ковшом. Так, третьи ворота. Да, я еще с той стороны смотрел на этот же забор. Думаю, ворота вроде есть, но это всяко для легковой, не для грузовой. Хорошо, сюда не сунулся носом, а то бы сейчас и толкался бы там. Оно бывает, заехать-то завернешь, а вот как задом потом выпятить, это уже сложнее гораздо. Какие тут ворота? Это так?
для одиночек. Подъезд-то есть, а проезда нет. Так, друзья, ну что, сейчас я припаркуюсь, и мы продолжим. А то мне одной рукой неудобно. Да, друзья, теперь, осмысливая свой маршрут, каким я проехал, и делая работу над ошибками, надо было проехать по улице 9 мая до конца, до улицы Гайдашова, доехать до перекрестка, на этом перекрестке направо, и, доехав до ленты, здесь повернуть направо, и где я сейчас как раз и нахожусь. А я свернул раньше, как меня навигатор слал, вот этим зигзагом, где мне пришлось ждать проезда встречных, опять зигзаг. Здесь вообще был зигзаг из зигзагов. Короче, кое-как я выбрался на эту улицу Ястынскую и доехал до этого самого перекрестка. Здесь мне пришлось вот крутиться на 180 градусов и уже заезжать по этой дорожке на ленту. Вот такие здесь сделаны узкие заезды. Ну что ж, теперь будем знать. Друзья, ну вот и все. Выгрузка прошла успешно. На часах у нас 13:46. Казалось бы, еще целых полдня впереди. А нет, друзья. Это у нас уже 5 часов. Да. 5 часов 46 минут. Без 15. 6 вечера. То есть осталось светлого времени. Буквально каких-то 1.5 часа максимум. Так что сегодня... Эх, а я тут он как-то узковато. Пройдем. Пройдем. Как-то же сюда заехали. И отсюда выйдем. Так что сегодня время уже вечернее. Пора отдыхать. Прошел. Что-то он калитку до конца не открыл, что ли? Самый главный, хвост прошел, но остальное приложится. Так, наверное, здесь я и заночую. Куда сейчас ехать-то? Ехать пока некуда. Здесь какие-то ворота у них. Надо сейчас посмотреть. А, вот здесь площадочка и есть. Как раз я никому не помешаю. Лента работает круглосуточно. И это очень хорошо, что завтра утром я встану. Сегодня отосплюсь как следует. Завтра утром встану, приведу себя в порядок. И, друзья, если нам позволит погода, я хочу завтра с вами прогуляться по Красноярску. А вот куда мы пойдем, это уже будет известно завтра. Надо для себя составить программу. Лишь бы только было солнечно, ну или хотя бы не было дождя, то, как сегодня, конечно, прогулка будет омрачена. Так что, друзья, на сегодня у меня для вас все, пока. Я ненадолго с вами прощаюсь, до завтра. Завтра жду вас снова на канале, и мы продолжим. Так что впереди все самое интересное, а пока у меня все, всем пока-пока.